Все на яблоке. Православные сегодня отмечают один из самых любимых церковных праздников – Преображение Господне или Яблочный Спас. В этот день, согласно народным приметам, природа разворачивалась от лета к холодам, осени и зиме. А по церковному писанию именно эта дата стала точкой преображения Христа на виду у своих учеников и пророков. Как отмечают Яблочный Спас челнинцы, узнавала Любовь Захарова. Несмотря на эпидобстановку, храм святителя Тихона был полон прихожанами и их дарами, символами праздника. Эта церковь много лет служит Божьим домом для жителей Сидоровки. Однако сегодня сюда на торжественную молитву и освящение плодов приехали челнинцы из других районов города, большинство с малышами, для которых это самый вкусный летний праздник. Мы приехали из Меликесии. С двумя пересадками немного опоздали, но мы все же успели на молебен. Мы вот с огорода привезли сегодня первый урожай, собрали яблоки. У нас в этом году яблоня дала плоды. И еще груши немного. Мне бы самому хотелось, чтобы моя душа тоже преобразилась, чтобы все, что накоплено годами, чтобы все вот эта грязь, мусор, которая пыляется на наши души, чтобы вспомнить о том, что будет с нами, духовно встряхнуться и дальше идти. И действительно, в праздник Преображения Господня верующим дается возможность внутреннего преображения к лучшему через молитвы. А освящение яблок, груш и других плодов нового урожая – не только церковные обычаи, но и по народному поверью шанс приоткрыть завесу над будущим. Все зависит от вкуса первого съеденного яблока. От кислого ждать трудностей, от сладкого – радости и счастья. Наш Спаситель, он не яблочный, не медовый, Спаситель один. Но вот для того, чтобы в умах людей заложилась память об этом празднике, когда еще у людей не было образования, и чтобы запомнили его, по-видимому, в простонародье оно сохранилось в умах людей, как именно Яблочный Спас, 19 августа. Яблочный Спас – один из самых известных из череды больших праздников, во время которых освящают новые плоды. Ему предшествовал Медовый Спас, а в конце августа эстафету примет Хлебный или Ореховый. Любовь Захарова, Дмитрий Кравченко, Челны-24.